Всем привет, и сегодня мы будем играть в судоку. Итак, поехали. Так, надо сначала найти самый легкий. Они шутят. Так, один, два, один единицы. 4, 5, 6, 7, 8. Единица и девятка. Единица и девятка. Здесь единица. Здесь девятка. Так, дальше. Если честно, я плохо играю. Я дальше не знаю, куда. Так, какую клетку мне глядеть-то? Так. Я точно не знаю. Так. Один, два, три. Четверки. И пятерки не хватает. Так, здесь пять. Здесь четыре. Так, уже есть один квадрат. Неплохо, неплохо. Так, дальше. По строчке сейчас. Вот строчка. Джик. Один. Двойки нету. Здесь двойка. Дальше. Двойка. Может, здесь что-то найти. А что если сюда нажать? Так, ладно. Я не знаю, мне кажется, здесь невозможно. Так, точно. Может, здесь? Вот этот кубик мы сейчас будем. Так, один, два, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 6 и 7. Это здесь 7. Здесь 6. Блин, я слился. Так. Что же делать? У меня уже счет 90 и 900. 900. Так, один, единички нету, два, тройки, и шесть, один, три, шесть. Здесь точно не один, три или шесть, здесь тройка. Так, один или шесть, здесь шесть. Как это? Блин! Подсказка. 8. Нам будет. Понятно. Здесь не 6. Здесь не единица. 1. Так. Здесь не хватает единицы. 1. Двойка есть. Здесь единица. Мне кажется, да. Да, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А здесь девятка. Девять. Фу. Наконец-то. Как же мне сложно, я так боюсь. Так.
Тройка, тройка. Так это же легко. Я понял, так. Здесь шестерка. Блин, а единица. Блин, я не знаю, как. Так, четверка. Один, два. Так, совать. Кстати, я не понимаю. А, мне более так удобно. Так. Один, два, три. Один, два, три. Пять. Один, два, пять. Здесь один, два, пять. Ой, я за... Два, пять. Два, пять, семь. Не семь, не два. Два, пять. Здесь пять. О, да. Вы не поверите, как это сложно. Один. Двойки не хватает, тройки и семерки, двойки, двойки, так, двойка, тройка и семерка, двойка, тройка, семерка. Семь. Как же мне вонять? Двойка, тройка и семерка. Двойка. Тройка и семерка. Ох, это скажу вам не кайф. Так. Четыре есть. Окей, четыре. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей, и значит четверки вот где-то здесь. Вот здесь в любой клетке может быть четверка. Так, здесь не четверка, здесь четверка может быть. Так, здесь четверка не может быть. Здесь четверка может быть. Так, а, ну да. Здесь вот. Так, четверки. Угу, мне кажется, четверка здесь. Да, я смог. Это очень сложно, ребята. Дальше. Как же понять эту фигню? Окей. Теперь у нас есть более больше клеток. Я уже 8 минут думаю над этим. Так, троечка. Здесь вот тройки могут быть. Ох. Вы не представляете, как мне сложно сейчас. Так. Пять. Раз. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз, два, три, пять. Так. Раз, два. Здесь два. Раз, два. Здесь три, нет, не три, значит, здесь пять. Нет. Ладно, сейчас видос посмотрю. Так, пять и пять. И по-вашему, где пять? Так. Один, три, пять. Один, три. Мне
Один, три, семь. Один, три, семь. Один. Здесь семь. Здесь три. Я смог это. Так, теперь осталось это. Один нету. Два нету. Один и два. Здесь два. Здесь один. О, скажу я вам, это сложненько. Чтобы вы понимали. Один, два, три, четыре. Пять, семь, восемь, девять. Пять. Здесь может семь. Восемь, девять. Здесь точно не 9. Может, здесь 9. Я наугад. Как бы уже третий шанс. Ну и вот, как вы видите. А почему здесь не 9? А что здесь тогда? Один, два. Стоп, вот кубик, кубик, кубик. Один, два, три, четыре, пять. Здесь девять. Пять. Один, два, три, четыре. А здесь пять. Наконец-то. Ух, вы не представляете, но я уже здесь 12 минут думаю. Как же сходить? У нас, к сожалению, вот эта вот линия, где синий кубик, совсем не развита. Вот совсем. Так, этот куб потом, здесь вот более удобней. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь, девять. Три, шесть, девять. Здесь точно шесть или девять. Шесть. Или 9. 9. Там 3. Здесь на 6. Здесь тройка. Да. Значит. Здесь 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Пять. А, точно, мы же линию. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть и девять. Шесть и девять. Шесть. Значит, здесь девять. А здесь вот шесть. Ух, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, да как? Так, я просто ступил еще раз. Я не понимаю, как я так ступил. Здесь же черным по белому написано, то что это 8. Да-да.
У нас здесь 7. Здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А здесь у нас 9. Наконец-то! Ах, это самое сложное судоку. О, неплохо, неплохо, как вы видите. 1. А где 2? Сразу пишем. Да, нам совсем чуть-чуть. 1, 2, 3. Еще вот эта вот дыра. Так. У меня подсказки нету, почему я ее не оставил. Так. Раз. Здесь 2 не хватает. А вот здесь вот совсем. Так, надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 или 7, 3 или 7, 3 или 7, 3 или 7. Значит, здесь 7. А здесь у нас трояк. Наконец-то. У меня вот самое неразвитое. Видите, такие синие, синие вот. Вот, видите? А вот эти белые, это не я. Так вот, у меня здесь ничего не поставлено. Как это замечательно. В плохом смысле. 1, 2, 3, 4. Где-то 5. Где-то 6. Здесь 6. Здесь 5. Сразу вот это вот добавилось. И это. Неплохо, неплохо. 1. Здесь нет 2. Значит, здесь. Значит, вот здесь вот 2. Да, я догадался. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Мне кажется, где-то в этой линии 3 есть. Так. 1, 2. 1, 2. Здесь. 1, 2, 3. Так, здесь 3 есть. А чё у меня 3 исчезла? Так, ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8. Здесь 6, здесь 8. 1, 2. Здесь еще где-то 8. Нет, нет. Здесь 8. Да. Все. Все 8 закончили. У меня 1, 2, 4, 5, 7 и 9. О, это плохо, это плохо. Очень сложно, я вам скажу сейчас мне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Здесь 7. Здесь 9. Все, у меня 12, 45, 7. Может, не надо? Стоп, у меня все вот это закончено. У меня 3 линии осталось. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5. Я просто сейчас боюсь слиться. 1, где 2? 1.
два, один, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Два, это здесь семь. Так, где еще семерка? Здесь семь. У меня один, два. У меня один и два. У меня вот просто только один и два. Это просто очень сложно. Я уже 20 минут думаю над этим. Две клетки сейчас. Один, два. И здесь. Все. Ну и все. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Свет Слава. Всем пока!